Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере социальной защиты пенсионеров. Согласно документу, индексация страховой части трудовых пенсий будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2021 году. Помимо этого, в течение 2022 года трудовые пенсионеры, за исключением лиц, получавших надбавки к пенсии за стаж выслуги, получат финансовую помощь в размере 200 манат равными частями раз в квартал.